Арбитр из Бурятии Роман Галимов стал судьей футбольного матча «Зенит-Локомотив». Питерский «Зенит» одержал победу над московским «Локомотивом» со счетом 5-3. Игра прошла в рамках 8-го тура чемпионата России. На стадион «Крестовский» пришли под 40 тысяч зрителей. Болельщики уже назвали этот матч самым результативным за последние 3 года противостояния этих клубов. А судейство Романа Галимова сочли справедливым, несмотря на удаление футболиста Тарасова. Он с помощью рук пытался остановить футболиста Дзюбу.